Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Kia Sorento 2010 года выпуска. Объем двигателя 2,4 литра. G4 KE. Пробег 79 933. Крышка и маслозаливная горловина чистая. На горы мульти нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Тринадцать с половиной килограмм. Второй цилиндр. 13 килограмм. Третий цилиндр. 13,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 13,5 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.